Всем привет! Мы уже откатали первые тренировки. Точнее, единственные на сегодня тренировки. По тачке у нас все прекрасно. Покатались со своим соперником, который попадает в сетку топ-32. Это Илкин Мамишев. Вроде все получается. В принципе, должен получиться крутой парный заезд. Будем стараться максимально показать агрессию, ну и пройти в топ. И ссылку на трансляцию я оставлю здесь. Вот и закончился для нас третий этап Сочи Дрифт Челлендж. К сожалению, отвалился в топ-8 в проезде с Никитой Лукьяновым. В предыдущем сторисе можете все глянуть. Ну а мы потихонечку собираемся и готовимся уже к четвертому этапу. Я очень надеюсь, что будут какие-то изменения по технике, по тачке, ну и по мощности. Потому что, ну, надо побеждать, надо.